Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Сегодня я нахожусь в городе Пазаджик у моего очень старого и доброго приятеля Георгия Георгиева. Болгария. Здесь сейчас проходит заключительная тренировка клуба «Кадакан Пазаджик». И завтра ребята отправляются на чемпионат, клубный чемпионат Болгарии. И давайте мы посмотрим немножко, как проходит тренировка, а завтра мы снимем по возможности все поединки этих молодых и талантливых дзюдоистов. Ну и, конечно же, подойдем к самому Георгию Георгиеву, поинтересуемся, как идут у него дела. Георгий, здравей. Доброе утро. Какое положение-то? Все нормально. Все нормально? Твои гладиаторы готовы? Готовы, готовы. Уж все готовы, утро еще видим. Би трябвало. Минулта година, станах и вторы. Третий. Третий станах? А, загуби... На полуфинал. На полуфинал от ЦСКА, така ли? Да. Тази година... Тази година утре ще разберем. Най-вероятно шампиони. Най-вероятно. Би трябвало. Добре. По-силно борело. По-силно. Да, в прошлом году команда «Кадакан Пазаджик» заняла третье место в клубном чемпионате Болгарии, уступив за выход в финал клубу ЦСКА «София». Но в этом году, возможно, все возможно. Будет реванш, и «Кадакан Пазаджик» станет первым. Ну, от себя хочу сказать, что многих из этих ребят, которые сейчас на татами, вот, за моей спиной, я знаю еще совсем юными, когда они только начинали свой путь в дзюдо. Но сегодня они уже, видите, какие большие. Так что всем, конечно, я желаю удачи. И завтра показать то, на что они способны именно в завтрашнем дне. Лепка? Събираме се и се прибираме. Някой ще остане в София. Утре е 7:30 пред залата.
които пори не им обяснявате на никой. Кой на колко килограма, кой ще се пори, кой е контузен. Разбрали, Моника? Да. Че вие сте като лотерни, обяснявате на всеки всичко. Миналото година за това паднахте на полуфинал, защото много говорите. Някой, ако иска нещо да знае, да си го разбере по някакъв друг начин. И с тягат утре да се борим здраво. Вие сте най-здрави от всичките, най-много сте тренирали, всичките сте подготвени. Без смех, кои сте ли слава. Какво се смееш? Не смея. Истината се е истина. Така че няма какво да мислите толкова. Утре трябва да ги бим всичките. Вие сте най-добро. Any questions? Някой има ли нещо не мога да трябва? Ганчев всичко наред ли трябва? Бошко? Стефана? Килата са ли добре? Всичко ли наред? Айде, помитай, тръгваме за... Чакваме се.